«Жить как в кино» возможно сегодня на телеканале «Шоп-н-шоу», когда мечты сбываются, когда яркая классика, о которой мечтают тысячи наших телезрительниц, она оживает в нашей студии. Когда вы приходите домой и говорите: «Боже, я горжусь тем, как красиво у меня дома». Для вас коллекцию изысканную, царскую составляла сегодня наш дизайнер и главный эксперт рубрики «Дом» Юлия Колосова. Юлия, спасибо тебе. Спасибо вам за приятное настроение. С удовольствием выбирала для вас эту коллекцию. Шторы элегантные, торжественные, дорого выглядит роскошный король ткани жаккард. Сегодня именно из этого потрясающего материала выполнена эксклюзивная коллекция шелковистых штор с элегантным блеском, которая сделает вашу комнату нарядной, вам приятно будет приглашать гостей, вам приятно будет находиться в такой обстановке. Выбираем сегодня лучший жаккард с филигранной работой. Вы посмотрите, как выполнено идеально. Жаккард не имитированный, а настоящий. Переворачиваю и покажу вам, что у нас нет лица изнанки, а у нас две красивых стороны. Благодаря тому, что здесь многослойный жаккард, а именно трехслойный, мы получаем с вами практичные шторы, которые не нужно гладить, которые просто стирать, прочные, не запыляющиеся и при этом хорошо драпируются и не оттягивают нам карниз. Летнее решение, осеннее решение, а зимой будет поднимать настроение светом и чистотой, то есть на круглый год. Шторная лента тоже уже пришита, причем обращаю ваше внимание, какое большое удобство сделали нам технологи. Они пришили нам шторную ленту многоярусную на все виды креплений. Она у нас с вами двухкулисная, то есть вы можете продеть и крючочки, и крокодильчики, два яруса петелек есть и две кулиски, штанга 2 сантиметра, 1,5 и 3,5 до 4. То есть на любой карниз еще регулируем высоту потолков. Вот они, два ряда петелек, поэтому получится красивая восьмерочками такими, а зигзагообразными драпировка, и шторы будут еще краше. Ой, они необыкновенные. Еще буквально 1,5 месяца назад мы представили премьеру штор жаккард. Что вы думаете? 5 минут, 250 комплектов разлетелось. И хотели еще, спрашивали, звонили телезрительницы. Сегодня мечты сбываются с нашим телеканалом «Шоп-н-шоу», и вам тоже понравится, поверьте. Итак, выбор цвета на сегодня: серый, холодный оттенок перламутра. Главный цвет года. Персиковый, нежный, в английском стиле выполнен персиковый оттенок, изысканный минимализм. А лиловый — отправляемся в эпоху рококо, когда нежные, приятные вензеля, как выточены буквально, как будто мы шкатулку женскими драгоценностями открыли. Ох, достойно. Кстати, 150 на 250 размер каждой партии, наличие шторной ленты, а цена ликвидации со скидкой 58%. Но это еще не все, мои хорошие. Мы оплачиваем при получении товара на почту. Сегодня ликвидация, а есть подарки. Делая заказ на сумму от 3990 рублей, вы получаете восстанавливающее масло для кончиков волос совершенно бесплатно в подарок. Делая заказ на сумму от 4990 рублей, вы получаете и масло, и украшения. А какое украшение достанется вам, мы не знаем. И главное, бесплатную доставку. У нас много бонусов. Мы умеем удивлять своей красотой. Юль, ну знаешь, вот как-то ко мне приехала Настя, моя подруга тоже еще. Я только переехала, безумно красивый ремонт, тоже такие шторы. Говорит: «Ленусь, мне очень нравятся такие шторы. Богато смотрится, квартира большая, комната. Но у меня небольшая квартира, маленькая, у нее 48 квадратных метров, говорит. И дело в том, что вот, знаешь, говорит, мне нравится у кого-то, но мне кажется, что мне не подойдет». Вообще правильно так говорить? Мне нет, не подойдет. Не надо заблуждаться, мы сейчас расскажем. Смотрите, если даже вы оформили комнату, вашу квартиру, не привязываясь к определенному стилю, у вас просто может быть все светленько, чистенько, хорошо, но стилистически не подобрано. Так вот, такие шторы, благодаря роскошному орнаменту, вот в данном случае эпохи ампир, стиля ампир, мы получаем с вами солидные украшения. Вы самый простой интерьер превратите в дворцовые покои. Очень красиво. Любимая ткань Наполеона жаккард будет украшать вашу комнату. Эти переливы света, еще и хамелеон под разным углом освещения. Ткань блестит и переливается разными красками. И мы с вами подготовили сегодня вместе с нашими менеджерами, я с удовольствием подготовила для вас даже готовые коллекции уже. То есть вы видите, что центр комнаты вы можете дополнить шикарным жаккардовым покрывалом во всех тех же дизайнах и оттенках, что и наше специальное предложение шторы. И вы получаете гармоничную спальню без ремонта,
ремонта вы радуетесь своему дому? Самое необыкновенное и самое красивое у нас сегодня – это изысканная коллекция «Жаккард». Выбирайте вместе с покрывалом. Именно в тех оттенках, которые есть – серый, лиловый, розовый – сегодня дополнительное снижение цены. И вы будете просыпаться как королева. Юля, ну вот у меня окна, они выходят именно на солнечную сторону. Я знаю, что есть проблема даже у многих телезрительниц, они сразу задают вопросы нашей хозяюшке, безусловно, а не будет ли выгорать, а как будет себя вести на солнце, а не будет ли выстирываться этот блеск со временем. Даже если вы выбираете вот этот персиковый оттенок в английском стиле, светлый цвет не должен вас пугать, вы можете вешать на солнечную сторону и в спальню. Плотность жаккарда позволяет затемнять на 65%. Что касается вообще качества этих полотен, они из тонких, шлифованных и полированных нитей, а также матовых, но при этом так плотно сложенных, очень красиво. И благодаря этому плотность хорошая. Видите, даже я делаю вам характерный хлопок на разрыв. И вот такая машина сплетала прекрасные портьеры, а сама технология была придумана более 200 лет назад французским ткачом Жозефом Жаккардом. Оценил Наполеон тогда эту ткань, и шили ему одежду, и украшали покои. Такая ткань украшает покои Людовиков, дворцы. Я вспоминаю и французскую эпоху, и в английских архитектурных строениях и замках есть эти вензеля. Это ваш интерьер новый, это ваше настроение, это ваш новый ремонт. Но, кстати, из Волгодонска у нас есть вопрос от Светланы Викторовны, которая говорит, что у меня есть подобное решение, как ухаживать за такими шторами, чтобы не ушел блеск после стирки. Ну, действительно, стандартный вопрос от наших телезрителей. Это важный вопрос. Мы будем с вами стирать без химчисток дома в машинке, совершенно не гладя. Потом блеск останется, поскольку нить окрашивается и шлифуется предварительно. Поэтому вся красота остается и даже с другой стороны. Уже с улицы вы видите свое окно прекрасным. Практичные хозяйки, выбирайте, да, это ваше. Да, выбирайте с удовольствием и не забывайте о подарках, которые сегодня в день ликвидации мы вам дарим. Лучшие предложения для вас. Новый ремонт, новые ощущения, новые желания. Только сегодня царские коллекции на нашем телеканале.